Приветствую вас, друзья, сердечно поздравляю с наступившим Новым годом, рождественскими праздниками и со всем остальным, что дает вам радость и хорошие надежды на будущее. Желаю, чтобы в этом новом году исполнялись ваши желания. А для этого и для того, чтобы вы развивали у себя желаемые способности, чтобы вы могли любые проблемы и любые задачи, которые встают на пути, решать легче, проще, эффективнее, развитие именно те качества, которые вам требуются для этого. Мы с Шейлой и с Оленом будем проводить в пятницу вебинар в 20 часов. И там самое главное, что принцип метода «Ключ» – это принцип отбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. И поэтому метод «Ключ» в этом смысле универсальный, потому что он доступен каждому. А именно потому, что по этому критерию каждый человек может подобрать себе именно те приемы, которые подходят лично ему, в зависимости от его исходного текущего состояния и особенности личности. Это поразительно, что универсальный метод еще и потому, что он применим во всех случаях жизни, там, где требуется человеку лучше управлять своим состоянием. И самое главное, сам подбор путем перебора этих действий по этому критерию развивает креативность мозга, чтобы и другие вопросы решать проще и эффективнее. Олен покажет приемы для раскрепощения, Шейла покажет приемы для быстрейшего выхода на нулевое состояние, в котором мы вместе, и я дам технику, с помощью которой развиваются эти желаемые качества и способности очень быстро. Вот в этом уникальность вебинара, еще уникальность вебинара в том, что вот этот критерий, по которому происходит подбор приемов и действий, на самом деле он основан, как и все приемы ключа, они основаны на инстинктивных действиях и реакциях человека, которые сами происходят у человека в момент, когда он решает какие-то задачи. Поэтому он достаточно прост. Он настолько прост, что он будет объявлен там прямо во время вебинара, никак не иначе. Потому что он так прост, что это и в голову не приходит. И не приходит. Потому что, чтобы мне вычислить этот критерий, пришлось над этим методом работать всю свою жизнь. И мне, и моим детям, которые занимаются этим методом с детства. А теперь они профессиональные психологи, да, что доставляет мне большое счастье и удовольствие. И надеюсь, вы это понимаете, что этот вебинар будет просто необыкновенный. Потому что он дает путевку в жизни каждому человеку. До встречи!